Приветствую подписчиков канала Уральская усадьба. Начинаем сегодня монтаж душевой кабинки. 1 м на 2, высоту 3 м. Здесь будет стоять, подготовили ямку. По углам даже залили бетонные небольшие кусочки. Разгрузились. Здесь будем монтировать. Закончили монтаж душевой кабинки. Душевая кабинка сварена в профильной трубы 20 на 20 и 20 на 40. Полимерно-порошковый окрас серого цвета, поликарбонат белый 4 мм, 0,7 плотности. Открывать воду можно? Здесь стоит бак с подогревом на 200 литров. Фундамент был 100 на 100 пропитан антисептиком. Трапик из брусочка 30 на 40. Съемный. Здесь стоит лейка и душевая стойка. Температура и уровень воды. Высота душевой кабинки 3 м, ширина 1 м, в длину 2 м. Стоит также мыльница и ключики для полотенца. Верх прозрачный. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока.